Пандемия коронавируса вынудила бизнесменов пойти на беспрецедентный шаг. В Бобруйске заработала бесконтактная доставка еды. Рестораторы гарантируют тотальный контроль на всех этапах приготовления, будь то роллы, бургер или пицца. Повар должен в обязательном порядке помыть руки, просанитаризировать их. Только после этого он может снять пиццу. У нас любой продукт не касается рук человека. Это запрещено. Любое действие, упаковка делается с помощью лопаты и специализированными щипцами. Если средства дезинфекции в залах общепитов успели стать неотъемлемой частью интерьера, за нулевой доставкой пока обращаются единицы. По приходу в машину берем, обрабатываем дезраствором руки, дабы убить все микробы. По приезду к клиенту делаем ровно точно так же. Чтобы воспользоваться ноу-хау, достаточно сделать пометку к заказу на сайте и оплатить его картой. По телефону курьер связывается с клиентом и оговаривает детали. Цена на доставку не меняется. Специальная коробочка, которая выше 2 сантиметров, чтобы все в пакете. Я сейчас это все выкладываю, пиццу, весь заказ вставляю на ней, сам отхожу на максимально дальнее расстояние, которое позволяет. Клиенту остается лишь выйти и забрать заветную коробку, а драйверу проследить, чтобы она попала в руки адресата. На сегодняшний день все сами знают, что происходит в стране, как бы на самом деле хочется минимизировать свое время. Точнее, общение с людьми, и так как у меня работа вообще разъездная, мне вообще лучше не общаться с людьми, ну, настолько близко. То есть я маски не хочу носить, но при этом я лучше не буду видеть людей, ну, то есть до них дотрагиваться. В магазин можно не ходить. Бесконтактная доставка вошла в моду у столичных клиентов. Так заказывают не только еду, но и одежду, гаджеты, корм для животных и детское питание. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.